Кроссоверы Audi Q3, Q7, Q8, там вот еще стоят лифтбеки и седаны. Нет, это не парковка дилерского центра Audi, это Лужники, мероприятие Audi Quattro Days, где любой желающий в короткий срок может протестировать почти все ингольштадтские модели. На площадке в Лужниках не хватало разве что флагманского седана А8, среднеразмерного кроссовера Q5 и заряженных S-ок. Все же остальные модели были задействованы в тех или иных активностях, подготовленных организаторами Audi Quattro Days. На выбор гостям большого тест-драйва предлагали 4 связки из 3 автомобилей. В каждой по одной модели семейства A и Q, а также электрический кроссовер e-tron, продажи которого стартовали в России минувшим летом. Гости могут попробовать автомобиль в динамике, попробовать автомобиль на препятствиях, посмотреть, как те же кроссоверы ездят, его геометрическая проходимость. И также есть, наконец, долгожданный e-tron, который могут также в условиях тест-драйва попробовать этот автомобиль. Электрический e-tron участвовал в так называемом городском тест-драйве. На специальной площадке для динамических испытаний можно было оценить разгон и торможение седанов и лифтбеков, а на внедорожной – работу полного привода и проходимость кроссоверов. Оффроуд-программа включала несколько упражнений, в том числе диагональное вывешивание, качели, движение по крутому склону. На тестирование 3 автомобилей отводилось 1,5 часа. Все это время участников мероприятия сопровождали инструкторы школы Евгения Васина. Также присутствуют инструкторы, которые могут ответить на вопросы, интересующие участников. Также есть такая активность, как Quattro Express, которые, в общем-то, приглашаются желающие прокатиться на S8. Из прочих активностей – буксировка автомобиля с прицепом и управляемое скольжение на седане А3 с тележками вместо задних колес. В перерывах участников приглашали в Audi Quattro Lounge – зону отдыха, расположенную в VIP-ложе Лужников. Там для гостей работал бар с согревающими напитками и закусками, фирменный магазин аксессуаров и даже детская зона. Любопытно, что Audi Quattro Days – мероприятие бесплатное. Желающим принять участие в активностях, владельцам автомобилей Audi и некоторых других марок, нужно было лишь заранее зарегистрироваться на официальном сайте производителя.